Вы хотите осветить ваш дом снаружи? Правильно организованное освещение способно буквально преобразить территорию вашего приусадебного участка ночью. Такое освещение нужно не только для красоты, но и для обеспечения безопасности и удобства. Мы рады предложить вам новые светодиодные светильники «Новотех». Из большого ассортимента я покажу вам самые популярные и интересные. Светодиодные светильники серии «Титан». В их конструкции совмещены два прожектора. Благодаря независимой настройке направления освещения ни один нужный вам участок пространства не останется в тени. А как быть с такими участками, куда невозможно дотянуть электрический провод? В этом случае рекомендую использовать прожекторы на солнечных батареях серии Solar LED. У них есть датчик движения и можно настроить направление освещения. Прожекторы оснащены 12 яркими светодиодами, которые достаточно мощные и способны осветить площадь в 10 квадратных метров. Датчик движения реагирует на присутствие в зоне охвата сенсора. Угол обнаружения – 130 градусов. Диапазон – 8 метров в радиальном направлении. Светят они от 10 секунд до 1 минуты, а после прожекторы автоматически выключаются. Солнечные панели закрепляются в удобном и максимально освещенном месте. Прожекторы соединяются кабелем питания длиной в 3 метра. И это все провода, которые вам понадобятся. В категории уличных декоративных бра обратите внимание на серию Каймос LED. Их можно использовать в качестве внешней подсветки фасадов зданий, открытых веранд или беседок. Этот светильник обладает возможностью изменения угла рассеивания благодаря наличию шторок в конструкции светильника. Прожектор серии Armin LED универсального монтажа. Он может монтироваться как на стену, так и в грунт. Колышек входит в комплект. А как насчет декоративного освещения? Подчеркнуть индивидуальность садового дизайна, создать комфортный и уютный интерьер можно с помощью светодиодных светильников серии Conte LED. Управление освещением на расстоянии – не правда ли отличная функция? Светодиодные светильники с пультом дистанционного управления дают практически неограниченные возможности для создания неповторимого светодизайна. Ими можно украсить открытые террасы, патио, площадки и беседки, где они будут и предметами декора, и ночниками.